Под председательством Владимира Исаева 27 августа прошло очередное заседание административной комиссии. Нарушение правил проживания в городе остается одной из вредных привычек некоторых горожан, за которые чаще всего приходится отвечать рублем. В этот раз было представлено 16 таких случаев. 14 протоколов по статье 17.4 «Невыполнение требований, установленных правилами благоустройства», и 2 протокола по статье 27 «Нарушение тишины и спокойствия граждан на территории нашего города». Найти подходящее место для парковки своего автомобиля становится все более сложной задачей. Это показывает и динамика соответствующих административных дел. 14 подобных нарушений против 11 во время прошлого заседания. 7.07.17.08 по адресу 3 микрорайона около дома 18 на участке с зелеными насаждениями было размещено транспортное средство ПАС. Итого немалые штрафы от 3 до 4 тысяч рублей получили 11 автолюбителей. Досталось и любителям пошуметь по ночам. По этой статье вынесен один штраф в 1000 рублей, а также одно предупреждение.